Виктор Климовцов, патруль на постовой службе, отдал более 20 лет жизни. После армии отучился в Расторгуевской школе милиции и поступил на работу в отдел внутренних дел по Ленинскому району. Те годы наш герой вспоминает с теплотой. Говорит, время было интересное. Тогда я был молод, как говорится, здоров. Вот. И все было у меня хорошо. Жили с людьми на улице. Постоянно общение, постоянно к нам какие-то просьбы. И люди помогали, да, и мы людям помогали много. Прощаться со службой Виктору Викторовичу было нелегко. Поначалу работа снилась. Со временем в памяти остались только хорошие моменты. Уважаемое начальство, любимые коллеги, с которыми нынешний пенсионер до сих пор на связи. С удовольствием заглядывает в гости. Для молодых сотрудников он как наставник. Молодым коллегам пожелать, чтобы они добросовестно и честно несли службу. А больше всего здоровья. А наставление быть честными и справедливыми. Тогда будет все хорошо. В этом году патрульно-постовая служба отмечает круглую дату со дня образования. Добросовестное исполнение профессионального долга – заповедь, которую сотрудники ППС несут уже 100 лет. Многие из руководителей управления МВД свой путь в полиции начинали именно в этом престижном подразделении. В меру, наверное, своей увлеченности службой в полиции хотелось попасть, служить на благо Родины, на благо Отечества. Вот. Ну и, соответственно, первоначальный мой путь, это был в 2002 году. Я пришел рядовым полиции в патрульно-постовую службу. После чего попал работать оперуполномоченным в уголовный розыск. Ну и уже дальше строил свой жизненный или служебный путь. Свой профессиональный праздник сотрудники ППС встречают на службе. День или ночь они первые придут на помощь. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, сегодня мы сердечно поздравляем вас с Днем образования патрульно-постовой службы. Примите искренние и теплые пожелания вам, вашим родным, близким. Крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Ну и, конечно же, еще раз всех с праздником. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.